Добрый день, друзья! Я Сид Багамбет Ерлан, и мы находимся на полевом городе Оренбург. Сегодня 18 августа 2021 года, и у нас подсолнечко находится в фазе окончания налива, начала созревания. Это хороший момент для определения потенциальной урожайности, так как уже закончился налив, и мы можем оценить, насколько сформировались семянки. Давайте я покажу простой и удобный способ, как это сделать. Берем с вами корзинку подсолнечника. Очищаем ее от цветков. И делаем надрезы острым ножом поверх масла семянок. В разных местах, и в периферии, и по центру. В этой корзинке мы видим, что практически полностью корзинка вся опылилась. Налив прошел успешно, все маслосемена практически налились и по центру, по периферии. Поэтому можно по этой корзинке более-менее объективно следить, что потенциальная урожайность здесь будет, в принципе, неплохая. Эту оценку необходимо проводить на поле, потому что опыление и налив подсолнечки является очень важным этапом формирования урожая. Это был полевой город Оренбург. До скорых встреч!